Иван Андреевич Крылов. Ворона и лисица. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать была совсем уж собралась. Да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит. Вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки! Какие перышки, какой носок, и верно ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой и петь ты мастерица. Ведь ты б у нас была царь-птица. Вещуньей нас похвал вскружилась голова. От радости взабу дыхание сперло, и на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова.